В Украине стартует большая приватизация. Перечень из 22 предприятий для продажи является крупнейшим за последние как минимум 10 лет. Фонд государственного имущества издал 22 приказа о приватизации госпредприятий из перечня большой приватизации. Об этом сообщил в Facebook руководитель фонда Виталий Трубаров в понедельник, 11 июня. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую, написал Трубаров. Далее должны быть приняты решения о приватизации по каждому объекту из перечня. Ранее Кабмин опубликовал распоряжение о приватизации 23 объектов большой приватизации. Как сообщалось, 9 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже в этом месяце начнут продавать небольшие предприятия из списка малой приватизации. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.